Китай готов сотрудничать с Австралией для возобновления двусторонних обменов. Об этом премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил в ходе переговоров с австралийским премьером Энтони Альбанезе, которые состоялись на полях 18-го Восточно-Азиатского саммита. Это первая встреча двух премьеров. Альбанезе возглавил правительство Австралии в мае прошлого года, а уже в ноябре встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки» на Бали, где они договорились восстановить межгосударственные отношения, которые испортились в 2020 году из-за торгового спора. Теперь на встрече в Джакарте оба премьера подтвердили стремление к устранению разногласий, построению диалогов в духе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества и поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом же говорили и участники 7-го китайско-австралийского диалога высокого уровня в Пекине. Стороны также вернулись к общению впервые с 2020 года. Рассматривать Китай как угрозу – это стратегическая ошибка. Цель развития Китая – национальное возрождение и прогресс во внутренних делах. Наша страна не угрожала Австралии в прошлом и не будет делать этого в будущем. О важности взаимовыгодных отношений заявил и глава австралийской делегации. Австралия и Китай – важные экономические партнеры. Взаимодополняемость наших экономик долгие годы приносила огромную пользу нашим народам. Я приветствую стремление к позитивному развитию двусторонних отношений, но мы знаем, что впереди еще много работы. Товарооборот между Китаем и Австралией сейчас приближается к 200 миллиардам долларов. За последние 3 года он увеличился почти на 6,5%, даже несмотря на торговый спор и введенные в 2020 и 2021 годах ограничения. И, судя по тональности состоявшихся переговоров, показатели продолжат расти.